Патефон ПТ-3 образца 1935 года. Советский патефон ПТ-3 предназначен для воспроизведения граммофонных пластинок. Выпускался с 1935 года первым ленинградским заводом «Грампласттрест». Был создан на основе английского Hismasters Voice Model 102. Является представителем последнего поколения механических граммофонов с внутренним экспоненциальным рупором и алюминиевой мембраной. Теперь люблю я черные, те были милые такие, а эти непокорные. Я вас любила не словами, а вы смеялись надо мной. Увлечена была я вами, и что вы сделали со мной? Клони головку ты на прощанье, клони скорей мне на плечо. Сегодня день расставания, целуй меня ты горячо. Любила очи я голубые, теперь люблю я черные. Все были милые такие, а эти непокорные. Волос седой теребя, волнуются, молодость, где ты? Куда, мол, теперь без тебя? Я с молодостью не прощаюсь и не прощусь никогда. Тем лучше я с ней обращаюсь, чем старше мои года. Тем лучше я с ней обращаюсь, чем старше мои года. Она не посмотрит на просить, его оглядит целиком и скажет, в руках его бросить, такого же найти нелегко. На лоб мой машины наложит годов беспощадный резец. И все же я буду моложе, чем с молоду был мой отец. Слышны мне иные поэты, что волос седой теребя, волнуют молодость, где ты? Куда, мол, теперь без тебя? Я встряхнула, как пуля над ухом, ударила бы бурей городя. Товарищ мой молодый духа, о старости думать нельзя.
товарищ мы молодый духом, о старости думать нельзя.